Знаменитый минерал симбирцит лег в основу мурала «Сказочная Ундория». Марат Петров, стрит-арт-художник, прежде чем приступить к работе, изучил историю родного края. С его слов, миллионы лет назад здесь бушевало море. В нем обитали ихтиозавры, моллюски, аммониты. Все это отныне есть на фасаде многоэтажки. Героиня, мурал, который я изобразил, она, изучав о симбирците, о Ундоре, подпиталась энергетикой этого древнего мира и вдохновилась на создание уникальных украшений из симбирцита. Вот можно будет у нее в руке наблюдать кулон из формы сердца. Свое сердце Марат отдал творчеству, а сказочную Ундорию на суд жюри окружного фестиваля «Формарт». Отборочные и презентационные этапы пройдены, остался финал. В него прошли 14 художников из соседних областей, но у нашего земляка преимущество – непоколебимая вера ульяновцев. Мне кажется, это замечательно, что у нас есть такие интересные художники, что они инициативные, участвуют в различных конкурсах. В общем, желаем им всего самого наилучшего. Свои пожелания студенты и школьники объединили в флешмобе. Ребята выстроились в форме аммонита. Так, с высоты птичьего полета картина обрела целостность и словно ожила. Желаю развиваться. Самое главное – это не забрасывать дело наполовине. Пусть у него все получается. Пусть он движется вперед по своей карьерной лестнице. До оглашения результатов остаются буквально пара дней. Победители и призеры окружного этапа получат дипломы, памятные знаки и деньги на развитие творчества. Лучший художник заберет главный приз – 200 тысяч рублей. Проголосовать за ульяновца можно на сайте formart.pfo.ru. Александра Никитина и Данил Сурков. Управда ТВ.